Hey, teacher, little kids along. Нет, доту будешь? Нет. А надо. Курятник, он, смотрю, уже затворит. Там, по-моему, в капкан вступил кто-то. У тебя есть динамит или еще что-то? Есть. Но я не буду его... Да не открывай, не открывай, я просто смотрю. Все равно, если они уже поняли, если не знаю, что мы здесь. Бля, конченые игрушки. Бля, ну это максимум наебалово. Смотри, что они сделали, эти разрабы. Бля, какой мув. Я думал, это кто-то сидит, а это просто шляпа. Давай, так и настроился. Это ты? Да. Так, ну паука видел. Да, видел. Не прям надо мной. Опа! Все, вальнул его. А, нет. Нет, ты не вальнул, просто. Нет, да. Просто прошел. Просто мы не на его. Ну, не в середине, поэтому оно. Да, я понял. Я не знаю, я предлагаю заходить. Это, здесь, короче, дверь открывается, можно заходить, стрелять, выходить. Я бы такое, что пробежать сначала проверить. Нет ли тут еще кого-то? Не-не-не, опа! Точно нет, если бы был, его бы уже вальнули. Может быть. Я перезаряжаюсь. Окей.
просто по-русски. С моей стороны? Все. Это он сейчас может ударить, дай. Ах ты ж, гандонишка ты хитрый там. Ну я пойду патроны искать. А, патроны, вот они. Да, я взял уже оттуда. Понял, пошли со мной, покажу где. Да я вижу. Я лутаю здесь. Окей. Собаки закричали. Курицы. Это возмущаются. Да пошел ты нахуй! Тихо, Саня. Тихо. Вот та ебаный. Двоих, Сань. Хорошо. Которые с трофеями пришли, прикол.
забрал у них? Да, заберем. Я сейчас я расскажу вообще весь план свой. Сегодня не человек, блядь, а зверь, блядь. Че, тот же, что ли, он выжил как? Короче, они убили одного босса, всех перестреляли по карте, пришли моего босса убивать. Убили моего босса, это два русских дебила каких-то. Я их ёбнул, забрал трофеи со всех боссов и ухожу. Правильно. Я видео даже, наверное, попробую сохранить.